Добро пожаловать в полис, капитан Краснов. Вы к нам издалека, да, молодой человек? Откуда именно? Он с ВДНХ. Что же он сам говорить не может? Слушай, капитан, парень впервые в полисе. Тебе лучше не знать, через что он прошел, чтобы донести послание Хантера Мельнику. Так что давай без этой твоей фигни. Ладно, ладно, переодевайся. Вот одежда. Вы можете оставить свою амуницию тут, ничего с ней не случится. Ты передохни пока, Артем, а я разыщу Мельника. Надеюсь, он не на задании. Да, Ульман, и не забудь поскрести себе спинку в химическом душе. Нужно деактивироваться. Да не забуду, не забуду. Забудешь-то. А то смотри, двухголовые детишки родятся. Идиот. Здорово. Налетай, разбирай. Пули. Меняем пули. Я в туалет хочу. Спецпредложение. Раньше скидки. Лучшая пушка от лучших мастеров. Помогает от всего. Никаких. Ну а потом я просто ждал их на черной. Кстати, фашисты ее все-таки захватили. Явно подползают все ближе. Где он? Товарищ полковник, докладываю. Вольно. Ну и где патроны-то? Мои-то вот. Да у тебя уже барахло из кармана вываливается. Артём, спасибо. Я Мельник. Рассказывай. Сюда. Все ясно. Спасибо, что сумел дойти. Это почти подвиг. Я созову срочное собрание. Тебя пригласят на него тоже. И ты им все расскажешь. Все члены совета, пожалуйста, соберитесь в зале заседаний. Повторяю, всем членам совета просьба собраться в зале заседаний. Проводи парня в зал заседаний. Не, ну вот на кой ты так накидался, братан? Надо было. За тебя! Вот оно тебе надо. Нехрен делать чисто. Вечно ты так нажрешься, а мне, мля, тащить тебя в параж. Делать мне нехрен. Ну что ты? А у нас вот как-то тоже было. В общем, накатили мы с пацанами. Нормально так накатили, только шурачки. Что тебе от меня надо? Ага, не лазили они. Да вы ж на постой, говно. Ну не суть. Короче, мля, набухались, но решили добавить. Тю, так это разве набухались? Да тоже, мля, добавить, это ж завсегда. И вообще, чё у меня? Я вам чё, мешал? Ну все, типа, двигай дальше. Ну так вот, двинули добавить, а тут типа опа, и уже в туннеле. Это, мля, как? Типа я знаю. Ща мне на руку наступили на выходе из кабака, и тут опа! Туннель! Темнотища, мля! Ничего! Ну чё, типа, смотрим? А они так по стенке стремаются, типа. Кто они? Ну, типа, не наши. Мы, мля, на них. Типа ж караван. А такие же, мля, жлобы здоровые. Еле-еле мы их уработали. По карманам, а там хер ночевал. Ну, мы рогом пошевелили. Решили самих их продадим, добавить хватит. Ну же реально добавить надо было. Ну так, ну и чё? Притаранили на станцию. А это приколи.
Спиря с плотником. Вообще по нулям мычать только. О, мы-то держали. А ты приколи, Спиря ж потом травил с понтом, их там в тоннелях по пьяни штопали. Но не отмахались от превосходящих сил. Нанеся им там. Не, ну вот что ты творишь вообще? Я же не могу уже ржать в натуре. Что совет отказался помочь твоей станции. Мне просто стыдно за их трусость. Но Полис еще не все метро. Есть и другие люди, которые встанут на защиту метро от черных. Слушай меня внимательно. Охотники обнаружили сохранившиеся ракетные базы в Московской области. Может, нам удастся привести одну из них в порядок и нанести удар по логову черных. Мои разведчики обнаружили нечто похожее недалеко от ВДНХ. Беда в том, что запустить ракеты можно только из командного центра, который находится где-то в Т-6. Но где, мы не знаем. Но мы хотя бы знаем, где искать информацию об этом. Прямо над полисом, на поверхности, находится гигантская библиотека. Это очень опасное место. Но в ней есть тайный военный архив. Нам нужно туда попасть. Ты поднимешься прямо отсюда. Я пойду вперед. Доберись до входа в библиотеку, я буду ждать тебя там. Да, и вот еще. Возвращаться мы будем не сюда, а сразу на базу Спарты. Мои люди встретят нас там. Двинули. Решение совета стало для меня ударом. Но план Мельника подарил мне надежду. И вот вновь я отправлялся наверх, в город, искать секретный командный пункт.
Держать круг!
наконец-то. Вот ты где. А мы уже волновались. Помнишь, что надо делать? Нам нужно попасть в военные архивы, а не где-то под... За мной, ребята. Данила, стой на стороне. Мы с Артемом пойдем проверим дом.
Никуда не уходи, стой тут. На обратном пути мы тебя заберем. Шутка. Еще чуть-чуть, и они бы нас клочья разорвали. А ты хорошо поработал, Артём. Артём, иди-ка глянь. Данила, пошли. Найди архив. Я вернусь, как только смогу.
Я снова был наедине с ужасом. И мне предстояло взглянуть ему прямо в глаза. В прямом смысле этого слова.